Добрый день, вторая часть заливки фундамента, это цоколя. Утеплили. Здесь уже залили бетон. Трамбовали, утепляли. Так получается. Потом будем гидроизолировать. Вот у нас отметки там будет ступенька, потом брусчатка. Сейчас покажу, как это все делается. Здесь утрамбуется глина, потом песок, потом сверху пенопласт, гидроизол, сетка и бетон. Плита не меньше 10 сантиметров. Здесь уже бордюр залили 15 сантиметров. Толщина ступеньки будет не выше 17 сантиметров, чтобы легко наступить, чтобы не было дискомфорта. Сейчас будем клеить. Сначала мастику будем на стену нанести, потом поклеим гидроизоль. Вот такой техноколь. Я не делаю рекламу, но честно сказать, не очень. У меня был другой. Он легко сгибался, но не лопнул здесь. А вот этот что-то он лопается слишком быстро. Не могу его изгибать в угол. Это уже второй такой, другой у меня. Потом я найду. Вот. Такого. skm.ru. Но он по качеству намного-много лучше, чем вот этот. Не знаю, как называется. Завод кровельных материалов, город Кострома. Вот здесь мы уже как бы готовили. В бетоне добавили фибра, пластификатор. Не получилось неплохо. Вот эти коробки уже поставили. Вот здесь бетон, как он есть. Вот толщина плита. У нас получается где-то 10, потом где-то 10 идет вниз, держит весь этот пирог, песок, пенопласт, чтобы она не отходила во время дождей. Вот здесь немножко видно. Что могу сказать? Вот эта фибра очень хорошая, не жалейте на нее. Очень хорошая штука. Вот так получается. После
этого я делал железневку чистого песка, потом сделали, затерял его. Получилось неплохое качество. Так, ждите новых роликов. Всем пока.